Лучший промокод FIRE11 дает тебе 30% к пополнению. Всем привет, дорогие друзья. Мы сегодня пройдемся по коллекционным кейсам, потому что хочется уже открыть, знаете, вот какой-нибудь Мираж или Трен и попытаться выбить Фенек или Пустынную Гидру. Давайте просто 10 штучек откроем и уйдем сразу. Если повезет и окуп почти будет, то, конечно, останемся. Что хотел вам сказать, ребятки, вот как вы познакомились с CSGO вообще, интересно. Ух, 4000, все, окуп, я не хочу больше. Ну, хотя рука тянется, один спин сделать. Как вы познакомились вообще с CSGO? Я лично, ребятки, сейчас давайте выберем... предлагаю какой-нибудь нормальный кейс, лайтовенький. Вот давайте запрещенно, мы никогда его по одному не крутили. Вообще, начиналось знакомство мое с CSGO с друга. То есть я играл в CS 1.6, он говорит: братан, вышло уже CSGO, во что ты играешь? А я там просто всякие зомби-моды гонял, интересные там режимчики. И захожу в CSGO, и вижу дизайн топовый, вау, какой-то вообще другой мир, графика прям вау-вау-вау. И смотрю, у меня там FPS, ну где-то, ну 50, там 30-40. И бегаю с ними, играю с 30-40 FPS, там что-то не получается, что-то получается. И самое, что удивительное для меня было, это то, что патроны тебе не надо докупать, все автоматически, автоматизировано. И я такой: what? Неужели так возможно? Серьезно? Захожу, играем, всякие ММы, потом кто-то ловит бан на неделю в ММе. И когда ты калибруешься, там две игры сыграл, до сих пор, наверное, эта система есть, я просто не калибровался давно так. Две игры, и после чего тебе кидают бан на день. Потом снова две игры, и снова бан на день. В общем, калибровался я в CSGO. И первое звание, которое я получил, это Silver 5. Да, Silver 5, я помню прекрасно это мгновение. И... думал, вау, прикольно, хочу апнуть себе калаша. У моего друга брат был, у него был ранг 2 калаша, и он жесткий считался. Играл целыми днями, пытался, задротил, баны получал там по случайности. Молик кинул, раньше за молик банило, чтобы вы понимали. Ты кидаешь молик своему тиммейту союзному, и он просто идет в этот молик, тебя банит просто, и ты такой тильт ловишь с этого. На неделю улетал, потом неделю нечего было играть, мы заходили, знаете, в какие режимы, АВП, Лего, всякие паблики, сообщества, спасали нас от бана в ММе. Тогда еще не было никаких сайбершоуков, там, вармапов, всяких тренировочных сеток, где можно с кайфом провести время, были обычные паблики, АВП, Лего, там, 5 на 5 бегаешь или 10 на 10 тренируешься, и вот эти вот паблики очень жестко мне подняли скилл. В том плане, что тренируешься, потом заходишь в ММ, начинаешь с АВП просто инста, какие-то флики невероятные ставить, невероятные. И твои друзья в шоке, ты такой думаешь: вау, так это вообще прикольно. Потом апнул калаша, потом два калаша и забросил КС-ку. Пошел в доту. Доту вообще обожал играть, ребятки. В соло запускал доту, на Тайдхантере, помню. Со школы возвращался, спешил. Потом и доту забросил. Перешел в самп. Типа сейчас GTA 5 RP аналог. Но в сампе было отличие то, что там нет голосового чата, да, в GTA-хе. И ты там вручную пишешь, там с друзьями общаешься. Хорошая атмосфера была. Вот прям мега-мега хорошая. Ты пишешь, нету токсичных. А, все, нам уже намек на баланс пополнить делают. Ну, давайте покрутим... Глок, может, Глок нам хоть что-то выдаст по 10 штучек. Потом, помню, уже в 2017 году смотрел Райза, там ставки делал на КС. Много денег сливал, иногда поднимал, бывало, потом снова все заливал. И пытался, так сказать, заработать. Там паблики были, прогнозы по ставкам. То заходишь туда и ставишь очень... железно-бетонные ставки, то есть там купить пропуск в прогнозера в группу, там 500 стоило, ты платишь эти деньги, идешь, и они кидают тебе ставки, которые ты делаешь, и они просто не работали. Вот так меня заскамили, ребятки, на 500, так сказать, рубасиков, и все ставки не заходили.
Потом я сказал то, что ставки не заходят, говно паблик. Ну, в таком вежливом ключе, почему не работают ставки. И меня заблокировали, помню. И я... Блок выбили за 15 тысяч. 15 тысяч? Спасибо. Спасибо за этот блок. Мы... Ладно, последний спин. Так рука чешется сделать последний спин. И когда я поднимал, там мог вывести копейки какие-то. И пойти купить себе похавать вкусно. Вот это счастье было в школьные времена. Авик. Давайте авик попробуем. В общем, суть в том, что я не жалею о том, что в КС начал играть еще в 2015-14 годах. Ну, вот эти Cobblestone, мы помним, старые The Dust 2, старый Миражик там, где еще вообще все было так, ну, пусто, без скамейки той самой, которая на меду. История Драконе. Просто Dragon Ball раз в жизни выпадает на мою КСГО, я бреюсь на лысо. Я просто бреюсь на лысо, если выпадает дракон. Прям в видосе бреюсь на лысо. Если Dragon Lore выпадает, прямо сейчас несу триммер и все сбриваю с головы. Такого не бывает, видимо. Вообще в Dota у меня все, наверное, начинали с того, что играть в компьютерные игры там с... Ой-ой-ой-ой-ой, как же хорошо день идет. Я прям счастлив, я не могу эти эмоции. Я сейчас пью антидепрессанты и транквилизаторы, и я не могу прям орать, как раньше, да? Но это просто жесть, это просто жесть. Ну, спусть, это просто ужас, я не знаю, наконец-то. Вот просто наконец-то выпадает авик. И это мне позволит открыть кейс за 50 тысяч. И все, что выпадает, я оставляю себе. Все, что выпадает, это была моя мечта. Просто открыть кейс за 50 тысяч и выбить какой-то топовый скин. Ну какой финёк, дружище, ну бро. Ну хотя бы мясник бы дал. Нам хватит? Нам не хватает. Боже, чел. Подождите. Только не говорите, что я сейчас все солю. Минус вайп будет полнейший. Просто такой минус вайп. Не-не-не, не верю, бро. Ну я просто не верю, что ты за минус вайбишь меня. Это просто ужас. Мы все слили. Ну ладно, это еще ладно. А, так мы все реально слили. Это прям минус вайп. Ладно. Блин, а так все хорошо начиналось. Мы так хорошо подняли болик. Ладно, у меня тильт. Просто да-да, нет-нет. Просто да-да, нет-нет. Либо возвращаем, либо нет. Такой тильт, боже, боже, надо было просто финёк оставить. Ну какой я дебил, какой я урод, просто какой я урод. Подождите, подождите. Сайт сам подает надежду, подождите. Подождите. Ну блин, ну докатил бы до медузы. Ну ладно, матаджи можно оставить, хороший скин. Последний шанс. Ну что ты мне выдаешь, бро? Ну это просто посмешище, клянусь. Ну это реально посмешище, просто посмешище, ну пожалуйста. Ладно, последний спин. Последний спин. Ладно, у нас денег нет. Ну ладно, балик оставим на next, хорошо. Лампово посидели, хотя бы хоть что-то отбили. Всем спасибо, ребят, за просмотр и всем пока.